Жена Архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Символ того, что защита своих земель было святое. Наугольная башня восстановлена. Ныне носит название башня Головина. Петр I дал башню имена своих соратников. Петр Алексеевич Головин, участник штурма Нотебурга, первый кавалер ордена Андрея Первоосновального. Опа, и солнышко нету. Вот мы идем мимо башни Головина. На ней высокий шатер и на шатре сторожевая смотрина. Вокруг крепости насыпные бастионы 18 века. Петр I велел усилить крепость бастионами. С 18 века пушки из башен вынесли на бастионы. То есть вокруг крепости насыпная земля. Это там не восстановлено со времен войны.